Министерство строительства направлена заявка на предоставление субсидий на строительство сети водопровода «Западный». Предварительно пришло письмо, заявка одобрена. В адрес администрации направлено письмо с протоколом заседания, согласно которому на строительство водопровода в микрорайоне «Западный» будет предоставлена краевая субсидия в сумме 93 миллиона 140 тысяч 189 рублей и наше софинансирование 940 тысяч 810 тысяч, 940 с лишним рублей, с небольшим.